А давайте поговорим о чуде. Вы в чудеса верите? Нет? А я да. Конечно, чудом то, что случилось со всеми нами, а это событие последних 18 лет, не назовешь. Но чудо другое, за сумму вполне приемлемую, я сыну своему обеспечил. И только благодаря магазину «Орион». Куда мы пришли? Мы пришли, естественно, в горе любимый магазин «Орион». Ну, к слову о том, с кем бы мне хотелось работать. Из 100% бизнесменов города только с тремя, может быть, еще и меньше. Потому что есть люди, которые понимают, для чего я все это делаю. По сути, я работаю для вас. Я вам показываю. Ну и беру себе чуть-чуть и немного. Так, чтобы это было красиво. Что касается магазина «Орион», я вам сейчас покажу и в этой теме, что мы сделали. То есть, как своему ребенку принести радость за всего 1000 рублей. Хотите посмотреть? Ну, вы это сейчас увидите. К слову о том, как вы все это дело можете увидеть еще предварительно, потому что все мои сюжеты, естественно, в YouTube. В YouTube включаете Челейкин, вбиваете его везде и всюду, ЕЕшки пишете. Ну, в принципе, вы должны это сами все видеть. И уже понимаете. К слову о том, о тех людях, которые мне сильно не очень нравятся. Есть такие. А что вы думали, все будут балдеть, что ли? Да нет, конечно, что вы думаете. Не буду вам ни о чем говорить. Я иногда читаю ваши комментарии. Мне, честно, как это банному припарка, понимаете? Абсолютно фиолетово. То есть, если бы мы говорили о степени работы с YouTube, я бы, наверное, это все дело начал бы раньше, в 95-м году, когда я пришел, в 85-м, в 95-м, да, в 95-м году, когда я пришел на телевидение. То есть, количество сюжетов было, ну, наверное, почти 7-8 тысяч. Потому что мы работали с Андреем Филотовым. К сожалению, то, что я вам сейчас распространяю в YouTube, это всего лишь, ну, событие примерно 7-летней давности. И именно тогда я начал все это дело показывать вам. Но в любом событии вы можете также посмотреть. Чуть-чуть раньше посмотрите все сюжеты про «Орион» и увидите, как мой сын в свое время радовался, когда я ему купил кое-что, машинку, в большом количестве. Помните чудо? Так вот, такое чудо мне стоило всего 1000 рублей с небольшим. Я вам сейчас показываю то, что есть на входе. К слову, естественно, это сделано в России. Это все делается в Ижевске. Комплекты детской мебели. За моей спиной. В Ижевске. Комплекты снегохатов. Прямо передо мной. Они также делаются в Ижевске.
что в этом плохого, когда Россия тоже начинает работать? Слово о том, как работает магазин «Орион». Вы представляете, сколько это? Это все для вас, естественно, господа. То есть в свое-то время, когда я смотрел «Чук-Ек», просто чудесно. Это было круто. Никогда бы себе не позволил. Сегодня и сейчас, пожалуйста, покупайте. Представляете, в любом случае у нас все круто получается. И зима, и лето, да? И зима, и лето. Так вот, для зимы, пожалуйста. Как вы прекрасно понимаете, что сейчас человеку необходимо. Но что моему сыну необходимо? То же, что и вам, по сути. Просто вычти из своего возраста те года. Поймите меня, это не есть правило. Почему вы себя чувствуете в 50 лет на 50? Вот мне, допустим, скоро будет 45. Но я себя чувствую, как будто мне 17 лет. Уж поверьте мне, ничего не поменялось. Мы с ним веселимся, бесимся и все остальное. К сожалению, в свое время этого в природе, не было этого в природе, понимаете? Хорошая страна была, Советский Союз, да? Ну, кое-что в природе не существовало. То есть не существовало там ни воздушных змей. О, тема весьма прикольная. Воздушный змей за 85 рублей. Он очень хорошо летает, потому что это Китай. Тема весьма интересная. Вот эти штуки, их очень много, сейчас не буду перечислять. Но по моим подсчетам, где-то 20 штук различного характеристиков. Потому что эти штуки чем стреляют? Они стреляют водой. Представляете, себе набрали. К слову о том, что может быть и зимой. По одной простой причине, зимой вы где часто бываете? В бане, естественно. А что в бане-то не пострелять, а? Взяли себе круто и побахнулись вместе со своим сыном. Вау, круто. Вот эти самые спиннеры. Не заметил, что такая штука была. Это, конечно, не передать, но, может быть, вы увидите. Расцветка. Хром. Представляете? Ну, замечательно крутится. Сколько этих спиннеров. Вот все за моей спиной. То бишь, не это ли то место, где вы эти спиннеры можете себе купить? Ну, в очередной раз мы вам показываем, что здесь и для зимы-то уже готовится. К слову о том, что находится за спиной моего оператора. Детские коньки. К слову о том, на чем вы сейчас можете прокатиться. Коньки для лета. Тоже все есть в большом количестве. Но меня попросили показать вот эти замечательные тюбины с внутренней камерой. То есть, если раньше они были, какие-то абсолютно одинаковые, то теперь нет, пожалуйста, любые разные вперед из песни и прокатитесь. Но будем надеяться, что не так скоро. Потому что, честно говоря, зима немножко уже достала. Хочется лета. Я бы еще и поплавал в этом лете, если бы такое получилось. Вот опять же, возвращаясь к тому, что сейчас вы можете себе позволить. Сейчас вы можете себе позволить велосипеды. Чем отличается магазин «Орион» от других? То есть здесь все для детей. Здесь для взрослых вы ничего не найдете. Для взрослых это в других местах. Потому что, что такое дети? Дети, они естественно растут. Для детей необходимы велосипеды как кровь из пальчика. То есть, представляете, вот мелкий, надо другому велосипеде. Чуть-чуть приподнялся, 4 колеса, вот, пожалуйста. Выше стали, еще есть. Чуть выше, еще. И уже потом что-то более современное. Есть, конечно, и для взрослого человека, но по сути событий. Для взрослых другие вещи работают. Магазин «Орион» работает только для ваших детей. А вот смотрите, чем интернет хорош? Тем, что я в интернете смотрю за несколькими вещами. Ну, первостепенно. Я смотрю о собственном болячке, понимаете, смотрю внимательно, не везде и не всюду это мне приходится прочитать, по одной простой причине, в ленте.ру раньше все это было, сейчас сторона о медицине вся закончилась. То есть я читаю News.ru, вот там я вижу, что рано или поздно мы с раком будем бороться. Теперь вопрос другой, то же самое, вот, чтобы было понятно, да? Мы не будем говорить, что мы из вашего ребенка воспитаем олигарха. Нет, такого не будет, поверьте мне. Олигархи, они есть. И поверьте мне, вашему ребенку вряд ли им стать. Вот. Но я вам сейчас расскажу. И что за моей спиной? За моей спиной самолет. Так вот. Возможно, он не станет хорошим доктором. По одной простой причине, потому что докторы в России уже в нормальном количестве не воспитываются, уж поверьте мне. Потому что нормальные доктора, это вот надо, наверное, на Кубу отправлять. Там все где-то хорошо лечит. Там вот так все делается. Но зато у нас есть тема. Командир воздушного судна. Средняя зарплата от 17 тысяч долларов до 25 тысяч долларов.
но для этого надо работать и жить с авиамоделями. Первоначальные вот эти штуки для вашего киндера, а может быть, кстати, и не только киндер, потому что я знаю, что и женщины-пилоты тоже хорошо летают. А как вы хотите то? Для детей игрушки, и это праздник. Любимые, качественные, естественно, недорогие. И это только магазин «Орион». И даже подход мне нравится. Просто, круто, изумительно и, естественно, недорого. Чуть меньше бухла и удовольствие на себя. И вот мое правило. Любая радость ребенка мне в кайф. Мы продолжаем информацию о деятельности магазина «Орион». Шикарное место с изумительными ценами. Где оно располагается? Ну, в принципе, можете в YouTube посмотреть. Можете и так посмотреть. То есть особых вопросов к вам нет. То есть какие цены? Цены дешево. Дешево и качественно. К слову о том, что как-то вот люди здесь работают. И они вам показывают, что если вы работаете с магазином «Орион», вы всегда покупаете идеальный вариант за мизерную цену. По сути события. Обратите внимание и сами убедитесь.